А в Беларуси Жировический Ставропигиальный мужской монастырь отметил свое престольное торжество. В праздничный день в соборе обители в честь Успения Преснодевы Марии наместник монастыря, ректор Минской духовной семинарии, архиепископ Новогрудский Слонимский Гурий возглавил божественную литургию. В праздник Успения в Жировичах, православной жемчужине Белой Руси, за торжественным богослужением молились епископ Лидский Сморгонский Порфирий, насельник обители архимандрит Борис, преподаватели Минской семинарии, а также братья обители в священном сане и прихожане. Множество людей приехало на престольный праздник в Успенский монастырь, в котором благоговейно хранится Жировицкая икона Божией Матери, весьма почитаемая не только в Беларуси. Жировицкий монастырь пережил немало потрясений, как практически все города-села, святыни и храмы Западной Беларуси. Пережил он и годы немецкой оккупации. С этим периодом жизни обители связано множество интересных историй. Артиллерия обстреливала, научившаяся стрелять за годы войны советской армии. Но ни один снаряд не угодил в монастырь. Нет или является видимым знаком покрова Божией Матери, видимым знаком, что Матерь Божия избрала эту обитель, чтобы помогать всем, кто приходит сюда с верой и молитвой к ее чудотворному Жировицкому образу. По окончании божественной литургии состоялся традиционный крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы из Успенского собора к Явленской церкви монастыря, где в 1520 году произошло второе явление чудотворной Жировицкой иконы. На этом месте был совершен акафист Успению Божией Матери, после чего архиепископ Гурий поздравил всех присутствующих с праздником. Спасибо, что желаю, чтобы покров Божией Матери пребывал на каждом из нас. И сегодняшняя наша молитва